Киньте територію, все. Взяли за руки. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Слава богу, не попали, да, но зрелище было неприятное. Я вообще считаю, что если мы демократическая, свободная страна, как вообще, в принципе, можно что-либо запрещать, если мы позиционируем себя как европейское, независимое, демократическое государство? А Волинська Різня? Ті, які до ГУЛАГа прийняли, це не А я сам отвоював і мій син отвоював! Слушай, ти убогий! Засохни! А ви убогий! Смілий, привіт, ребята! Смілий, да, смілий! Смілий, хайль, да, хайль! Що хайль? Хайль! А що ти зробив зараз? Зіковав? Фашист! Слава Степану Бандері! Давайте вечером встретимся потом. Слушай, не волнуйся, ребята. Слушайте, ребят, вы нас тоже слышны, а вы честное слово. Не пройдет! Расизм не пройдет! Люди прошли войну, они имеют право отпраздновать. Но там, когда кричали гасла «фашизм не пройдет», где фашизм в Украине они видят? Я за Украину, за победу, победили. Должны все возложить, толерантно должны возложить все памятники. У них, так сказать, старое поколение, они воспитаны на Советском Союзе. Молодое уже, у нас незалежна Украина. Мы должны уважать и тех, и этих.